Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественных бойлах от компании Van Duff. Сами бойлы у нас никак не называются, просто бойлы, соответственно, серии у них или модельки определенной никакой, по крайней мере, я здесь не обнаружил. Просто бойлы от компании Van Duff. Они универсальные, диаметром 18 мм. И поставляются в такой вот таре, скажем так, весом 100 грамм. Общим весом 100 грамм весят данные приманочки. Сами бойлы изготовлены, конечно же, в виде таких вот шариков. В изготовлении данных бойлов используются очень качественные, скажем так, ингредиенты. Аминовая кислота, если я не ошибаюсь. Ну и всевозможные специальные добавки, которые отлично провоцируют рыбу для поклевки. То есть, в принципе, состав можно прочитать на сайте. Здесь, я думаю, состава на коробке, скорее всего, нету никакого. Изготовлены данные приманочки они в Нидерландах. Их использовать, оснащать можно различными комбинациями. Соответственно, в бойлах, как правило, проделывают дырочки определенных размеров, отверстия. И дополнительно оснащают искусственными приманками. Либо также можно в некоторых ситуациях использовать, конечно же, и естественные наживки. Вот как один из вариантов, недавно рассказывал в своем видеообзоре о других насадочках. Вот можно использовать, например, такую вот искусственную приманку. Просверливается бойл, где-то диаметр сверла 6 мм. Затем одевается на данный, скажем так, столбик у данной приманки. Здесь это все дело фиксируется, выводится у нас поводочек, соответственно. И на определенном расстоянии у нас крепится крючочек. Данные приманочки дополнительно бывают либо, скажем так, съедобные, либо вот в этом случае несъедобная приманка, она дополнительно покрывается аттрактантом, либо дипом. И совместно с естественным, скажем так, таким вот бойлом, дополнительно аттрактант как бы сочетается, и довольно зачастую неплохие результаты, и вот такая вот комбинация показывает при ловле карповых видов рыб. Однозначно могу порекомендовать, сами бойлы очень качественные, поставляются они в различных вариантах, скажем так, в различных количествах и упаковках. Я взял не сильно большой, самый маленький, если я не ошибаюсь. Есть также упаковки по килограмму у данных бойлов. Взял их, скажем так, больше на пробу, для экспериментов. Если сильно понравится, уже возьму, конечно же, килограммовый вариант. Всем могу порекомендовать. Я думаю, что бойлы очень и очень неплохо себя покажут. Фирма уже как бы давно зарекомендовала себя данные в изготовлении приманок подобного типа. Так что, я думаю, однозначно с ними все будет хорошо. Всем спасибо за просмотр. До свидания.